Зрители на сцене, актеры работают, не видя дирижера. В музыкальном театре Кузбасса готовится к премьере необычного спектакля «Ожидание». На генеральной репетиции побывал Андрей Торопов. Впервые в истории театра на сцену будут приглашаться зрители. Для них приготовлено места 100 штук на месте оркестровой ямы. Своего рода иммерсивный театр. На премьере зритель может увидеть игру актеров буквально в 3-4 метрах. Чтобы попасть в святая святых, в гардеробе выдадут бесшумные бахилы. В 1985 году Микаэл Теревердиев написал монооперу «Ожидание» под одноименному произведению Роберта Рождественского. Героиня пришла на свидание раньше возлюбленного. Сомнения, неуверенность, отрада – вся гамма чувств за полчаса. Теревердиев, конечно, это несколько другое. Это ювелирная работа. Вот есть, например, оркестр симфонический, да, есть оркестр камерный. И в камерном оркестре, например, очень важна культура звука и штрихи. Это для нас, конечно, другая ступенька. Другая ступенька и для актеров. Оркестр располагается в глубине сцены. Вокалисты поют, что называется, вслепую, не видя дирижера. Появляются какие-то другие формы взаимодействия, которые глаза на затылке и все прочее. Приходится очень чутко быть в настоящем моменте. Мы репетируем, чтобы все было у нас слажено. Молодой режиссер Михаил Сабелев прочел произведение на новый лад. Вместо одной героини – 4. И у каждой свое понимание любви и верности. Пространство символично. Кафе, остановка, спальня и магазин сменяются за несколько секунд. Помимо бизнес-леди, какие еще образы? Разные. Надо приходить посмотреть. Понятно, что мы их для себя как-то называли. Лучше, чтобы люди пришли и сами подумали, кто это есть. Во второй части спектакля ждет еще один сюрприз – квартирник в стенах театра. На сцене прозвучат лучшие песни и романсы Микаэла Теревердиева. Зрители могут подпевать. Премьера запланирована на 13 октября. Андрей Торопов, Александр Серебренников, Вести Кузбасс, Кемерово.